перевозки воздушными судами гражданской авиации. Огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, лечебные, отравляющие, и радиоактивные вещества. Здесь. Вам что? Вы не позволите без очереди для девочки? Ну, конечно, какой разговор? Девочки! Я надеюсь, можно девочку без очереди попоить? Да. Я тебе сейчас маленькая. Дам, родная клубнику, ой. Дам. Как тебя зовут? Нужно попить. Юлечка, вот налейте девочке. О, Юля, смотри, держи. Вот и сок. За свои противоправные действия не тут предусмотрены законы. Вот какая умница, Юлечка. Спасибо. Попила? В моей очереди спасибо скажем, а? Девочка. Сказала дяде спасибо? Спасибо. А вы с этого рейса? Давайте я вам помогу. А вы что, тоже с этого рейса? Да-да, я с этого рейса. Держите мою сумку, а я понесу ваш чемодан. Он очень тяжелый. А? Он да очень ну, тяжелый. Чемодан тяжелый, да я не старый. Ну, спасибо вам большое. Мама, дай надо сетку как-то взять. Держите, я возьму. Юлечка, держи. Вот так, умница. Вот так. Пошли, да? Внимание! Продолжается регистрация билетов и взвешивание ручной клади на рейс 4318 по маршруту Сухуми-Батуми. Нет, не хочу. На самолете не хочешь? Лететь не хочешь? Нет. Ясно. Не хочу. У вас 22 килограмма, вам придется доплату делать. Девушка, а у меня недовес, вот смотрите. Так что запишите, пожалуйста, ее чемодан на мое имя. А вы что, с ними летите? Да-да, я с ними, да. Вы знаете, так не положено, вы совершенно разные пассажиры. Девушка, ну сделайте, пожалуйста, что-нибудь. И к тому же мы с ребеночком. Знаете, ну сами понимаете, доплачивать не хочется. Сейчас, минутку, спрошу диспетчера. Михаил Петрович, можно на двоих пассажиров оформить багаж? Совершенно разные люди. С ребеночком. Сколько ребенку? 2 года. Хорошо. Вот, большое спасибо. Так. Пожалуйста. Держи, Юля. Держи, держи. Спасибо. Куда вы летите? Бабушки. Бабушки. Внучку показать, что ли? Внука. Внучку, Юлечку. Что? Мама, послушай. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что она хочет? Она в туалет хочет. А, ну так давайте, я мигом. Да ну что вы, нам же в женский. А, ну да, да. Вы знаете, мы мигом. Да, я вас здесь жду. Внимание, продолжается посадка на рейс 4318 по маршруту Краснодар-Сочи-Батуми. Девушка, у вас есть что-нибудь сердечное? Карвалол, валокардин? Проходите, пожалуйста. Сейчас придет врач. Снимайте свой рот и проходите.
Лежать, говорю! Лежать, говорю! Лежать! Лицом вниз! Лицом вниз! Пилота! Пилота ко мне! Я убью ее! Пилота! Пилота! Быстро, пилота! Я убью ее! Ко мне! Пилот убью.
7594, я Сивач. Снижение и заход на посадку разрешаю. Перевозки. Борт 9062 заходит на посадку. Готовьте пассажиров.